Привет, котолюбители! Пришло время поделиться еще одним полезным котофактом. Итак, зачем чистить параанальные железы кошкам и как их почистить? Кошки используют секрет, выделяемый параанальными железами, чтобы пометить территорию при дефекации. Тем не менее, параанальные железы могут воспалиться из-за избытка выработки секрета. А чтобы избежать воспаления, нужно чистить параанальные железы вашей кошки. Сделать это можно самостоятельно, либо сходить на прием к ветеринару. Для чистки параанальных желез тебе понадобятся салфетки, а также перчатки, намордник и пара рук в помощь, если твоя кошка не такая терпеливая, как моя. Процедура достаточно деликатная, потому стоит быть осторожным. Итак, возьми салфетку и надави на параанальные железы прямо за анусом. К слову, вонище от секрета из параанальных желез просто дико отвратное. Ну, это по сути все. Жми лайк и подписывайся, чтобы узнать больше котофактов. Мяу.